СМИ. Кремль предложил ООН миротворцев на Донбассе. Для ООН была составлена резолюция с введением решения конфликта, утверждают СМИ. Россия подготовила для Совбеза ООН резолюцию с предложением направить миротворцев на Донбасс для защиты наблюдателей ОПСИ. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на текст резолюции. В документе предлагается учредить после полного отвода сил и оборудования от фактической линии соприкосновения на 6-месячный период миссии ООН по содействию защите СММ ОПСИ на юго-востоке Украины с главой миссии, который будет докладывать непосредственно генеральному секретарю. В тексте также говорится, что состав миссии должен быть согласован с представителями Киева и оккупированных Луганска и Донецка. Как сообщал корреспондент НЕТ 5 сентября, Владимир Путин выступил за миротворцев ООН на Донбассе при определенных условиях, в частности, они должны находиться только на линии разграничения. На следующий день в МИД Германии заявили, что в случае отправки миротворческой миссии ООН на Донбасс голубые каски нужно будет разместить на всей территории конфликта. У Путина изменилось мнение насчет миротворцев. По материалам сайта news.com.